Азура предсказала твой приход, странник. Не любопытство, но сама судьба привела тебя сюда. Азура даровала мне предвидение. Видение того, как ты поднимаешься по этим ступеням к алтарю, снизошло на меня задолго до твоего рождения. Тебе суждено стать ее верным воином. Я знаю, это неожиданно, но не тревожься. Все случится так, как она предсказала. Ступай теперь в крепость, которой вода угрожает, но не касается. Внутри ты отыщешь эльфийского мага, способного самую яркую звезду сделать чернее ночи. Эти слова звучат загадкой, я знаю, но Азура не ошибается. Полагаю, крепость, о которой идет речь, это Винтерхолд. Спроси, знают ли они там эльфа-колдуна. Все предопределено, и каждому из нас надлежит сыграть свою роль. Перцы считают нас всех дикими зверьми. Я доказательство их невежества. Если тебе будет что-нибудь нужно, просто если у тебя есть дела в коллегии, мы рады предоставить тебе Маги живут в коллегии. Расспроси их, если тебя туда пустят. Кстати, Неласару что-то может быть известно. В коллегии он состоял давно, а теперь снимает комнату здесь. Маги не допускают нас в коллегию. Говорят, что там опасно. Если не поставишь мне еще кружечку, то можешь идти дальше. Сколько мы еще будем позволять Ранмеру напиваться в стельку? Когда это кончится? Думаю, до тех пор, пока он платит. Он сидит в сторонке, никого не обижает. Я больше не занимаюсь поступающими в коллегию. Думаю, так что не утруждай себя. Кто тебя послал? Коллегия? Ярл? Мы же договорились, что вопросов больше не будет. Ты служишь Даэдра? Ну-ну, смешно. Что дальше расскажешь? Историю про аргонианскую деву и похотливого барона? Думаешь, угрозы тебе помогут? Я маг. Старый эльфийский маг. Подумай об этом. Пару монеток за мою душу? Ты хоть понимаешь, насколько это смешно? Что тебе известно о камнях душ? Да, только камень всегда поглощается. Они хрупкие.
Все, кроме одного. Звезда Азуры, дейдрический артефакт, способный пропустить сквозь себя сколь угодно много душ. Некоторые из нас захотели понять, как такое возможно. Я тогда работал под началом Мейлина Варена. Если бы только мы знали в ту пору, что он на самом деле задумал. Мейлин хотел изменить звезду. Он умирал от недуга. Он думал, что сможет поместить свою душу вовнутрь, стать бессмертным. Это свело его с ума. Ученики начали умирать. В конце концов, коллегия исключила его из своих рядов. Он забрал нескольких верных последователей и скрылся с ними в глубинах Иллиналты. Послушай, мне нет дела до того, кто поручил тебе найти звезду. Но не возвращай ее Азуре. Даэдра — это зло. Это они свели Мейлина с ума. Ладно. На все твои вопросы ответы уже даны. Что еще тебе нужно? Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Ладно. Я больше не занимаюсь поступающими в коллегию, так что не утруждай себя вопросами. Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант.
Приветствую, смертное создание. Я провела тебя сквозь завесу сумерек, и благодаря тебе моя звезда была спасена от Мириного Реда. Но его душа по-прежнему таится внутри, защищенная заклинанием. Пока мой артефакт не пройдет очищение, он для тебя бесполезен. Со временем звезда вернется в мое царство в Обливионе, но я сомневаюсь, что ты согласишься ждать этого сотню лет. Нет, остается только один выход. Я пошлю тебя внутрь звезды, и ты изгонишь оттуда душу Мейлина. Скажи, когда приготовишься к переносу, смертное создание.